Всем привет! В этом видео вы узнаете о 20 вещах, которые крадут у вас успех. Если вы до сих пор на прежнем уровне, значит, вы продолжаете делать эти вещи. Что нужно прекратить делать, чтобы 100% достичь заветных целей? Сегодня вы об этом узнаете. Никому не дано вернуться в прошлое, чтобы изменить его. Зато каждый может начать все сначала, чтобы создать новый финал. Первое. Прекратите винить других в своих проблемах. Достижение вашей мечты напрямую зависит от того, насколько вы берете ответственность за свою жизнь. Когда вы обвиняете других за то, что с вами происходит, вы отказываетесь от ответственности и даете другим власть над этой стороной вашей жизни. Второе. Прекратите убегать от своих проблем. Встречайте их лицом к лицу. Нет, это не будет легко. В мире нет существа, способного идеально держать удар. От нас не требуется моментально решить все проблемы. Мы просто иначе устроены. Мы созданы так, чтобы огорчиться, расстроиться, испытать боль, возможно, даже упасть. В этом и есть смысл жизни – сталкиваться с проблемами, учиться, адаптироваться и, в конце концов, решать их. Именно это и делает нас людьми. Третье. Прекратите бояться сделать ошибку. Делать что-то и ошибаться как минимум в 10 раз эффективнее, чем ничего не делать. Каждый успех несет следы былых неудач, и каждая неудача ведет к успеху. В конечном итоге вы гораздо больше будете жалеть о том, чего вы не сделали, а не о том, что сделали. Четвертое. Прекратите винить себя за прошлые ошибки. Мы можем любить не того человека и оплакивать свои ошибки, но даже если все идет не так, одно можно сказать точно. Ошибки помогают нам найти правильного человека и правильные вещи. Мы все ошибаемся, боремся и даже оплакиваем ошибки прошлого. Но вы не ваши ошибки, вы не ваша борьба. Вы здесь и сейчас имеете возможность выстроить свой день и свое будущее. Что бы ни случилось в вашей жизни, это готовит вас к еще одному шагу в будущее. Пятое. Прекратите жаловаться и жалеть себя. Игральные кости жизни бросаются для того, чтобы переместить вас в каком-то важном направлении. Вы можете не видеть или не понимать всего происходящего, и это может быть болезненно. Но оглянитесь на те плохие расклады, что выпадали вам в прошлом. Вы увидите, что зачастую они приводили вас к успеху, важному человеку, состоянию души или ситуации. Улыбнитесь же, пусть все знают, что сегодня вы намного сильнее, чем были вчера. Шестое. Не пытайтесь быть кем-то другим. Одна из самых сложных задач в жизни – это быть самим собой в мире, который пытается сделать вас похожим на всех остальных. Кто-то всегда будет красивее, кто-то всегда будет умнее, а кто-то всегда будет моложе, но они никогда не будут вами. Не пытайтесь изменить себя на радость людям. Будьте собой, и те, кто вам действительно нужен, полюбят вас таким, как есть. Седьмое. Прекратите держаться за прошлое. Вы не сможете начать новую главу своей жизни, пока будете перечитывать предыдущую. Восьмое. Прекратите искать кого-то, чтобы стать счастливым. Если вы недовольны собой, своей личностью, то и долгосрочные отношения с кем-то не сделают вас счастливее. Полюбите сначала себя, чтобы вас полюбили другие. Нужно создать стабильность в своей жизни, прежде чем делиться ей с кем-то еще. Девятое. Прекратите бездельничать. Не раздумывайте слишком долго, иначе вы создадите проблемы даже там, где их не было. Оценивайте ситуацию и предпринимайте решительные действия. Вы не сможете изменить то, чему отказываетесь сопротивляться. Любой прогресс сопряжен с риском, и здесь важна очередность. Вы не сможете читать, не узнав грамоты. Десятое. Прекратите думать, что вы не готовы. Никто и никогда не чувствует себя готовым к чему бы то ни было на 100%. Большинство серьезных возможностей заставляют нас выйти за пределы нашей зоны комфорта, а значит, мы действительно будем испытывать дискомфорт. Одиннадцатое. Прекратите проводить время не с теми людьми. Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее с людьми, выжимающими вас дотла. Если кто-то хочет, чтобы вы присутствовали в его жизни, он позаботится о ваших условиях. Вам не придется бороться за место. Никогда не цепляйтесь за тех, кто постоянно нивелирует вашу ценность. И помните, что ваши настоящие друзья – это не те, кто поддерживает вас, когда вы и так на коне, а те, кто остается рядом, когда дела ваши плохи. 12.
прекратите отказываться от новых отношений только потому, что старые не работали. У всех, кого бы вы ни встретили, есть свои цели. Кто-то будет проверять вас, кто-то использовать, а некоторые будут учить вас. Но важнее всего, что некоторые из них выявят в вас самое лучшее. 13. Прекратите конкурировать со всеми. Не переживайте, что другие в чем-то успешнее вас. Сконцентрируйтесь на достижении собственных ежедневных рекордов. Стремитесь к успеху в борьбе между вами и самим собой. 14. Прекратите завидовать. Зависть крадет у вас удачу и успех. Зависть – это искусство подсчета чужих благ вместо своих собственных. Спросите себя, что есть у меня из того, что каждый хочет. 15. Прекратите расставлять обиды. Не проживайте жизнь с ненавистью в сердце. В конечном итоге вы навредите себе больше, чем людям, которых ненавидите. Прощение не означает «меня устраивает все, что вы со мной сделали». Оно говорит «я не позволю тому, что вы со мной сделали, разрушить мое счастье навсегда». Прощение – это предложение отпустить, обрести покой и освободить себя. И помните, что прощать нужно не только других людей, а и самих себя. Если это необходимо, простите себя и двигайтесь дальше, чтобы попытаться в следующий раз справиться лучше. 16. Прекратите тратить время на объяснения. Ваши друзья в них не нуждаются, а враги не поверят вам в любом случае. Просто поступайте так, как действительно считаете правильным. 17. Прекратите делать вид, что все в порядке, если это не так. Ничего страшного, если вы расслабитесь на некоторое время. Вы не должны быть всегда сильным, и нет необходимости постоянно доказывать, что все идет хорошо. Не нужно переживать из-за того, что подумают другие. Поплачьте, если это вам нужно. Слезы целительны. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее сможете улыбаться. 18. Прекратите слишком много беспокоиться. Беспокойство не избавит нас от завтрашних трудностей. Оно лишь избавит нас от сегодняшней радости. Один из способов проверить, стоит ли что-то обдумывание, это задать себе вопрос. Будет ли это важно через год, 3 года, 5 лет? Если нет, то не стоит и беспокоиться. 19. Прекратите фокусироваться на вещах, которые вы не желаете. Сосредоточьтесь на том, чего вы действительно хотите. Позитивное мышление – один из ключевых моментов каждого великого успеха. Если вы каждое утро просыпаетесь с мыслью, что в вашей жизни сегодня произойдет что-то прекрасное, рано или поздно вы заметите, что были правы. 20. Прекратите быть неблагодарным. Независимо от того, насколько хороши или плохи ваши дела, просыпаясь, каждый день благодарите за свою жизнь. Кто-то где-то сейчас отчаянно борется за свою. Вместо мыслей о своих лишениях, попробуйте думать о том, что у вас есть и чего другие лишились. Прекращайте делать эти вещи прямо сейчас, и вы увидите, как кардинально изменится ваша жизнь. Спасибо вам за просмотр. Поделитесь этим видео с друзьями, подпишитесь на канал и обязательно поставьте лайки. Всем пока!